Долгие годы жителям улицы Пролетарской в хуторе «Красная скала» приходилось использовать воду из колодцев и родников. Но после того, как председатель местного ТОСа рассказал об этой проблеме главе города на личном приеме, жители улицы узнали, что возможность подключения к центральному водопроводу есть. Водоканалу было дано поручение выполнить все необходимые работы и оказать консультационную помощь хуторянам о порядке их дальнейших действий. Сегодня специалисты водоканала произвели пусконаладочные работы на насосной станции в Красном кургане и обеспечили водоснабжение на участке водовода в Красной скале. Была такая проблема, честно говоря, что люди не уверены, что вода здесь вообще когда-либо появится, потому что странное было ощущение, труба уложена, а воды нету в трубе. Ее просто никто не видел вот до сегодняшнего дня. По словам специалистов водоканала, сегодня к водопроводу уже могут подключиться жители 12 домов по улице Пролетарской, получившие техусловия. Теперь необходимо провести коммуникации в дом, а затем заключить договор на водоснабжение. Мы делаем врезку в магистраль, когда они выполняют технические условия, и все, и они питаются водой. Решена еще одна наболевшая проблема местных жителей. По поручению главы Анапы, в щебеночном исполнении отремонтировано дорожное покрытие по улице Северной. Конечно, хотелось бы лучше, но мы хотим во всем муниципальном образовании, чтобы лучше было. Но здесь это все выглядит неплохо. И кобры стоят через один столб. Хуторяне пожаловались на некачественное уличное освещение и отсутствие в хуторе продуктового магазина. Юрий Поляков поручил направить письмо Кубанинерго для инвентаризации и замены неработающих ламп. Также рассмотреть возможность организации работы здесь торговой точки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.